Ребенка с диагнозом ВИЧ взяла на воспитание семья из Украины. Всего в семье шестеро детей, четверо из них из детдома. Идиллию чуть не разрушила медсестра, которая разгласила диагноз малыша в школе. Андрей стал изгоем. Его вторая мама просит называть ее Наташей и не показывать лица детей. Когда я видела Андрюшку, просто пришла к нему, принесла ему там какие-то подарочки. Он говорит: а зачем вы пришли, вы все равно же меня не возьмете, меня никто не возьмет. Мне воспитатель сказал, что меня никто не возьмет никогда. Я говорю: нет, я пришла за тобой. У него столько счастья было. Он говорит: я же Дед Мороза написал, мне надо было маму и машину на пульте. Спустя месяц Андрей уговорил приемных родителей удочерить еще и Таню, единственного друга из детского дома. Андрей и Таня пошли в обычную школу. Медики не видят никаких препятствий к тому, чтобы ВИЧ-инфицированные дети учились с ровесниками. Во всем мире не зарегистрировано ни одного случая инфицирования от ребенка к ребенку. Больше того, дети, которые принимают терапию, у них вирус находится в подавленном, скажем так, состоянии, и действительно риск это снижает еще больше.